наша планета гибнет. Пустыня растет с каждым годом. Война повсюду. Но еще остается надежда. В глубине Великой пустыни был обнаружен объект, названный Джараки. Первичная аномалия. Мы верим, что там находится ключ к нашему спасению. Чтобы найти его, мы собираем экспедицию. Рэйчел, вижу вас. Будьте наготове. Наружный шлюз открывается. Контроль массы включен. Все в норме. Шлюз открыт на 50%. Открытие проходит нормально. Включайте двигатели и выдвигайтесь. Наружный шлюз полностью открыт и зафиксирован. Готово, капитан. Внимание всем станциям, говорит капитан. Сегодня мы отправляемся в историческую экспедицию, цель которой найти и доставить на корабль объект, находится в самом сердце Великой пустыни. Джараки обеспечит нам выживание на этой планете. Экспедиция обещает быть опасной, но выполнив поставленные задачи, мы изменим ход истории и обеспечим процветание грядущим поколениям. Всем привет, с вами Розе, и это на раздаче стратегия Homeworld Desert of Karak. Очень неплохая стратегия, раздача в Epic Game, это не реклама, потому что мне за это ничего не платят. То забери бесплатно от Epic Game, вроде игрушка неплохая, если тебе нравятся стратегии, думаю, тебе зайдет.